Намекая на темное прошлое девушки с картины «Неизвестная», критик Стасов был в чем-то прав. Страсть Крамского к дамам полусвета не была тайной. Дело в том, что супруга художника Софья Николаевна слыла девушкой из прошлого. Иван Николаевич познакомился с ней в доме ее покровителя. Последний клялся развестись с женой и построить совместное счастье. Однако так и не сделал этого. Молодой художник влюбился в девушку и после недолгих ухаживаний женился на ней. Софья стала верной супругой и родила Крамскому 6 детей. А он, в свою очередь, до конца своих дней воспевал ее как идеал женственности и красоты, запечатлевая на своих полотнах. Она же выступила моделью для картины «Неутешное горе», последнего большого произведения в творчестве художника. Изображенный сюжет связан с личными переживаниями Крамского. Это полотно художник писал, пребывая в трауре после смерти 2 младших сыновей. Один из них, Марк, ушел из жизни в 1876 году, второй Иван скончался в 1879. Работа шла долго и мучительно. Ни одно его предыдущее произведение не имело столько предварительных эскизов и набросков. До того, как был получен окончательный вариант, Иван Николаевич написал 3 версии картины. Он все искал подходящую композицию, отбирал нужные художественные средства и стремился к более целомудренному выражению чувств героини. При этом с каждой новой версией женщина становилась старше и постепенно поднималась на ноги. Сначала она склонялась у катафалка, затем сидела на стуле и, наконец, стала подле погребальных венков. Монументальность картины словно утверждает абсолютную ценность каждой личности, героизирует страдания и стойкость перед лицом житейских невзгод. Душевная боль становится средством для выявления сути человека, его величия и внутренней красоты. А высокая и ровная женская фигура, расположенная в центре композиции, напоминает закаленный стержень. Стоящая посреди комнаты в глубоком трауре мать существует как бы вне времени. Кажется, что все вокруг нее застыло. Изображенная обстановка пугающая в своей простоте и обыденности. Находящийся на стене фрагмент картины Айвазовского «Черное море» намекает на беспомощность человека перед ударами жизненной стихии. Приоткрытая в пустое помещение дверь усиливает ощущение внутренней опустошенности. Растительный орнамент ковра перекликается с цветами у гроба, а погасший перед иконой светильник выступает как символ оборвавшейся жизни. Нарисованные в теплых золотисто-оранжевых оттенках книги багеты, драпировки, отодвинуты на задний план и служат лишь для того, чтобы оттенить траурное платье. Глубокий черный свет последнего обособляет женщину от всего окружающего и как бы замыкает в своем переживании. Понимая, что представленный на картине сюжет вряд ли найдет покупателя, Павел Михайлович Третьяков приобрел полотно, хотя и не очень охотно. Кроме того, он заставил Крамского взять деньги, в которых художник в то время очень нуждался. Семейная трагедия подкосила здоровье Ивана Николаевича. Он умер 24 марта 1887 года.
во время работы над портретом детского врача Карла Раухуса, не дожив до 50 лет.